Вина пьющий Димитрос, или, как она более известна народу, глоток свободы, стала символом раннекарантинного искусства. Шедевр внутри шедевра. Он поразил все поздняки в свое время. Как сказал профессор Тарасини, картина Андрика создана будто с самим Богом, а не рукой простого смертного. Мы видим отлично сложенный Дима, Димитрос, лишенный жизненной энергии, остается неподвижным в тот момент, когда свобода в пластике парит в небе, медленно приближаясь к его телу. Рука Димитрия согнулась в вызове силам природы и царившего в те далекие времена клоуна Зе. Димитрос притягивает кисть руки, чтобы вдохнуть себе жизнь после вчерашнего, и почти прикасается емкостью свободы к своему рту, символизируя извечную тягу к поискам приключений на свой анус. Да, да, он не притрагивается к рту, а почти касается, сохраняя при этом крохотный промежуток, который придает картине завороженности и напряжения. Смотрящего при этом охватывает зрительный эффект, похожий на электрический разряд. Нам кажется, что еще одно мгновение, еще мы, и божественная энергия наполнит собой тело Димитроса. Пьющий Димитрос является частью росписи свода пивной братской капеллы. На всю работу у Андрики ушло немного больше 2 литров светлого. Она создавалась с 3 часов 8 минут пополудни до 3 часов 12 минут во времена раннего карантина. Сначала автор картины Андрейка думал запечатлеть простых смертных, но потом за небольшие деньги изобразил Димитроса, представителя элиты того времени. Историки и искусствоведы утверждают, что Димитрос Кожаный принадлежал клану Москва-Швеев, подтверждением чему служит белая пилотка на голове изображенного. Во времена раннего карантина такими шейными долларовыми произведениями немногочисленные зажиточные горожане украшали вновь образовавшиеся мозговые вагины, через которые жены имели доступ к мозгу, ну и, собственно, мужей. Позже, уже в 3 часа 23 минуты пополудни, Андрейка написал в своем дневнике, что убедил МОЗ, Министерство охраны здоровья, в несостоятельности замысла изображать во всех пивных Димитрия, в результате чего получил полную свободу фантазии для данной картины. На задней стене зритель может увидеть эпоху раннего карантина и начало посткарантинной истории, описанной в книге «Корона бытия». Картина распадается на 3 части. Желание выпить в виде искушения, подчинение искушению и, собственно, испитие искушения. В заключение хочу сказать, данную картину можно интерпретировать по-разному. Так как она написана возле братской пивной капеллы, то ее значение должно быть ортодоксальным.